Ребята, мы продолжаем. Продолжаем тестировать соточки крымские. И сейчас мы идем в магазин, который находится на Завернике, в Майдане. Вот. Посмотрим на реакцию. Мы уже точно знаем, что нам надо купить. Нам надо купить две пачки чая, зеленый и черный, который мы просто весь выпили у Юли. Вот. Видно. И... Все, пойдем. Теперь мы должны пополнить запасы чая. Дайте нам, пожалуйста, вот это нури черный, который пакет. Нет, за 50, да. Да. И вот Липтон за 75, который с мелиссой. Вот. Сверху который, да, вот этот. Да. Классик. Не, не классик, а ниже с мелиссой. А-а-а. Ниже вот. Нет, правее. Да, вот так. Есть чай. Анекдоты. Живочка. Последний. Забираем последний. Ну давайте последний, ничего страшного. И вот этот нури, который. Я нашла 125. Ну, сколько ребята? Проверяйте. 125. Так что такие 102 гривен. Все, да, больше ничего. Да, спасибо. А вы, кстати, не узнали меня? Нет. Валяна Николаевна, знаете? Вот я снимаю. Так что вам привет от меня. Спасибо. Это юбилейный в честь Крыма выпущен. Ну, конечно. Они больше, чем 100 рублей, кстати. Да, это не те 200-ки новые, которые будут ходить, а это именно редкие. Да, редкие, они вряд ли попадают, да, в тираж. Поэтому вам, собственно, подарок. Спасибо. Все, хорошего вам дня. Спасибо. До свидания. До свидания. Такие же люди все-таки здесь прям приятно, позитив. Вот приходишь в магазин, не просто купить, а пообщаться, поделиться положительными эмоциями. И люди всегда идут навстречу, всегда можно поговорить с продавцом, рассказать что-то. И поход в магазин заканчивается... Сколько здесь, кстати, магазин всего? Здесь? Сейчас один что-то мало. Закрытый, да, внизу? Да, раз, там. Два. Я только два вот сейчас насчитал у нас. Да. Два магазина. Возможно, еще на почте есть магазинчик. Вот, мы, кстати, когда будем проезжать, можно, в принципе, зайти и туда, там небольшой. Так, друзья, мы сейчас находимся в пильне. Да. Мы сейчас находимся в пильне, и так как время уже больше 10, все магазины позакрывались, остаются некоторые. И вот мы сейчас нашли два спаренных магазина, вот, две соточки. Угу. И хотим сейчас, собственно, посмотреть на реакцию. Не знают такие деньги, понимают. Два магазина, один, по-моему, карамелька называется, а другой продукты. Закрылся тот, да? Да. Это, наверное, тоже закрылся. До 8. Знаешь? Да. Здравствуйте, а вы еще открыты, да? Работаете? А вы с каких? Вы везти или как? А, все, я понял. То есть мы прям на флажке. Просто пока вы шли, смотрим, соседние уже закрыли. Так. Сейчас быстренько что-нибудь выберем. Не-не-не. Погоды не надо. Вот это хорошо.
Да, я только булку взял. Нет, а вот обычный хлеб. А хлеб у вас еще есть? Да. Какой у вас? Вы сами не ели. А, ну что это будет хамляться? У вас не местный. Какой? Какой? Нет. Пожалуйста? А это серый вот этот? Вот этот? Не, ниже. Вот этот. Нет, это выше сок. А, вот. Давай. А, вот, точно, одевайся. Сколько у меня сходило? Да, давай. Давай. А как это делал? Орбитал. Ну да, постоянно. Оттуда? Ребята, мы все еще продолжаем наш социальный эксперимент, начатый во втором сезоне. Это у нас по поводу соточек. Да, по поводу реакции людей на купюры. Реакции, сколько мы не видели, ее один раз только увидели, абсолютное отсутствие в пильне, да, в магазине. Вот. Ну, либо женщина не подала виду, потому что было уже вечер, как бы, либо положительная реакция. Сейчас это у нас как бы администрация. Считается. И почта. Да, тут и почта, и банк. И при нем же есть магазин. Магазин, да. Он нигде вывески никакой нет, но люди-то знают, что он здесь. Ага. Здрасте. Здравствуйте. Я думаю, может, как у вас, еще Паша, ничего? Ничего. Давай, да, бери. А, вот это вот. Сладенькое, да, как вон как раз. Лимонад? Лимонад, да, мы еще не пробовали. Какой? А, вот Саровский. Саровский. 60. Может, пирожки еще? Возьмите. Пирожки очень хорошие. Да, 27 рублей. Давайте пирожок. Один? Один, да. Дорогу мы просто не очень любим. А я сейчас с удовольствием. 27. Все. 87. Все. Смотрите. Ну что у вас? 100 рублей. И что за 100 рублей? Не видели? Нет. 100 рублей, когда Крым присоединили, выпустили юбилейную купюру. Ну я не знаю, я не могу ее взять. А вы знаете, что она ценится гораздо больше, чем 100 рублей? Ну, я, может быть, и ценится, я не знаю, но она у меня ее не возьмут, это точно. А вы, наоборот, себе ее оставьте. Она же, она... Вот, ну, по... не надо мне, зачем? В память? Нет, или... память не надо мне. То есть вы просто не слышали? Да? Ну да, мне такие. А про 200? 200 это 200. Ходили. Да. А в соседнем магазине берут? Ну, вот. Берут. А вы не возьмете? Да. А у меня кошелек. А у меня есть соточек, я думал. Ага. Нет, кто-то просто из продавцов. Да. Кто-то берет из продавцов себе на память. Потому что эта серия ограничена. 13, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Хорошего дня. Ну вот так, ребята. Ну ничего. Что сказать? Это единственный магазин, где не взяли соточку. Да. Просто как бы правда неизвестно. Как ну не всем людям такие сотки нужны на самом деле. Это понятно. Кому-то нужно интересно, да? Кто-то вообще не заморачивается. Кому-то нужны просто вот проверенные. Все от человека зависит, и здесь как бы нет какой-то определенной схемы, что правильно, неправильно. Да, но про новые деньги здесь все в курсе, они здесь вообще ходят. Да, новые деньги, да, и на сдачу дают хорошо прям. В ходу.
пили водичку. Нет. Сейчас мы про нее, да, отдельно расскажем. Да, сейчас расскажем. Расскажем. Так. Издачу дают с 500 рублей, смотрите, что. Я их не фразы им говорю. А мы таких денег и не видели. Мы я не возьмем. Такие деньги не приму. То есть, ну, вот она, у нас давно ходит. 2000 нету, а 200 вполне. 2000 вот, тоже, бы. Она хотела показать, просто, видать, ее уже забрали. Да, да, забрали как бы. То есть, видите как, 200 видите? Сюда пришли да. быстрее. И это называется, как бы это, круговорот. Мы им, а не нам. Угу. Юбилейки. У меня нету вот таких. Ну, то есть, вернее, были, я Саньку отдал с работы. Прикольно, прикольно.